Сегодня жители Мордовии узнали имя нового посла чемпионата мира по футболу 2018 года от города-организатора Саранска. Им стал известный актер, уроженец 13-го региона Станислав Дужников. Он присоединился к олимпийскому чемпиону Алексею Немову и радиоведущей Татьяне Гордеевой, которые уже представляют Саранск на различных мероприятиях, посвященных предстоящему мундиалю. «Когда получил предложение стать послом Саранска, не раздумывал ни минуты», — говорит артист. «Ведь любая помощь в развитии российского футбола и в привлечении детей к этому виду спорта будет не лишней». Станислав Дужников и сам в детстве был не прочь погонять мяч с ребятами во дворе. В школе, когда мы играли в футбол, мне, конечно, хотелось быть нападающим и быть в гуще как бы самой игры, в центре ее. Ну, естественно, меня никто этого не позволял делать, и я стоял на защите, потому что через меня ни один нападающий, в общем-то, к воротам не мог пройти, потому что я просто закрывал железным щитом. Потом мне стало интересно, в общем-то, стоять на воротах. «С детства болею за «Спартак». Любимый футболист Лев Яшин. Слежу за матчами сборной России», – рассказывает Станислав Дужников на пресс-конференции. Не упускает из виду наш именитый земляк и ситуацию в ФК «Мордовия» и желает родной команде занять достойное место в российском футболе. Говорит, если предложит сыграть футбольного тренера, с удовольствием воплотит подобный образ на экране. Но и в обычной жизни спорт для Станислава Дужникова имеет большое значение. «Без спорта в моей профессии находиться невозможно. Хорошая физическая форма – это необходимая и неотъемлемая часть моей профессии. То, что набираю вес – это необходимость для роли, но даже в таком весе я кувыркаюсь, прыгаю и летаю». Для Станислава Дужникова исполнение обязанностей посла города Саранска, организатора чемпионата мира по футболу 2018 года, не будет простой формальностью. Актер собирается принимать участие во всех мероприятиях, связанных с мундиалем, рассказывать подрастающему поколению о том, как здорово заниматься спортом, и обещал лично присутствовать на матчах в Саранске в 2018 году. На матчах в 2018 году мы вас видим в Саранске? Конечно, конечно. Обязательно приеду. Буду болеть за наших. Анастасия Мишкина, Александр Гурьянов. Наши новости.